Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня речь пойдет о телевизоре Sony XR75X95J. Я сделал для вас подборку ссылок на магазины с лучшими ценами. Буду рад, если вы оцените наш труд лайками и поделитесь мнением в комментариях. Для того, чтобы оставаться в курсе выхода новых роликов, включайте колокольчик и подписывайтесь на канал. Диагональ экрана 75 дюймов, разрешение 3840 на 2160. Подсветка Direct LED, матрица VA, глубина цвета 10 бит, частота обновления 120 Гц. Наслаждайтесь глубоким, реалистичным и красивым изображением с любого ракурса с минимальными бликами. Революционный процессор мгновенно выполняет перекрестный анализ картинки аналогично зрительному восприятию человека и оптимизирует сотни тысяч элементов. В сочетании с панелью Full Array LED эта технология обеспечивает контрастное и реалистичное изображение. Естественные, приятные для человеческого глаза цвета. Благодаря когнитив процессора XR на уникальном дисплее доступна широкая гамма оттенков, а каждый цвет передается с небольшими различиями, так же, как мы видим реальный мир. Благодаря увеличенному количеству тонов и насыщенности мы видим живые оттенки и реалистичную текстуру цвета. Реалистично выглядят даже неяркие цвета. Цвета на экране этого телевизора, оснащенного когнитивным процессором XR, получаются невероятно красивыми. Количество оттенков и их насыщенность увеличены, благодаря чему вы видите естественные тона и малейшие детали даже в темных участках. Завораживающая контрастность, как в реальном мире. Когнитив процессора XR выполняет перекрестный анализ данных и улучшает качество изображения с учетом сведений о фокусировке человеческого глаза. В результате получаются реалистичные цвета и глубина. Технология XR Contrast Booster делает светлые участки светлее, а темные темнее, чтобы обеспечить детализацию изображения. Технология XR Contrast Booster регулирует яркость самых светлых и темных участков, обеспечивая их затемнение или осветление в соответствии с окружающими условиями. Когда светлые участки выглядят светлее, а темные темнее, изображение получается более реалистичным, глубоким и детализированным. Благодаря технологии XR HDR Remaster этот телевизор определяет все объекты на экране, анализирует их цвет и регулирует контрастность для создания еще более реалистичного изображения. Используемая в телевизорах Bravia XR объектно-ориентированная обработка – невероятно точный метод, который позволяет дополнительно корректировать оттенки, насыщенность, яркость, вектор движения, частотный диапазон и многое другое. В результате изображения получаются исключительно реалистичными, с большей глубиной, четкими текстурами и естественными цветами. Благодаря технологии повышения разрешения до 4К XR 4K Upscaling вы можете наслаждаться разрешением близким к 4К, каким бы ни был контент или источник изображения. Когнитив процессора XR получает доступ к огромному объему данных и воссоздает утерянные фактуры и детали, чтобы изображение было максимально реалистичным. Вы увидите естественные и четкие очертания скал и каждого волоска меха животного. Подставка позволяет установить телевизор в трех положениях: в стандартном, когда в центре вашего внимания картинка, узком для узких полок и в положении саундбар для идеальной работы звуковой системы. В этом безрамочном телевизоре нет лишних деталей, которые бы отвлекали вас от самого главного – изображения на экране. Благодаря держателям провода скрыты от глаз и не портят вид телевизора ни спереди, ни сзади, ни по бокам. Размеры телевизора 166,7 см в ширину, 96,1 сантиметра в высоту, толщина 6,1 сантиметра, вес 36,8 килограмма, цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. Предусмотрено крепление веса 300 на 300. На задней панели расположены стандартные разъемы: 3 USB 2.0, 1 Ethernet RJ45, 2 HDMI 2.0, 2 HDMI 2.1, 1 Optical Audio Out, 1 3,5 мм, 1 Cable Antenna In. Модель поддерживает скоростной Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 4.2. Bravia поможет вам получить преимущество перед соперниками. Благодаря интерфейсу HDMI 2.1 частота кадров в совместимых играх может достичь 120 кадров.
кадров в секунду. Так вы получаете преимущество в стрельбе, спорте и играх, требующих высокопроизводительной техники и мгновенной реакции. Вам также понравится невероятно плавная графика в играх с сокращенной задержкой входного сигнала, менее 8,5 миллисекунд при использовании 4К с частотой 120 кадров в секунду и специального игрового режима. Операционная система Android 10. Более 700 тысяч фильмов и сериалов из всех ваших потоковых сервисов собраны в одном месте и объединены по темам и жанрам с учетом ваших интересов. Моментально находите любимые фильмы и передачи, просто скажите, что вы хотите посмотреть. Благодаря голосовому поиску вам больше не придется тратить время на поиск контента вручную и неудобный набор текста. Apple AirPlay позволяет транслировать видео и аудио с iPhone, iPad и Mac прямо на телевизор. Смотрите на большом экране фильмы и сериалы из приложения Apple TV, других приложений или просто из Safari. Показывайте свои фото всем гостям в комнате. На телевизоры с поддержкой Chromecast можно транслировать видео, игры и приложения с мобильных устройств без потери качества. Для этого просто коснитесь кнопки трансляции на экране своего устройства Android или iOS и продолжайте пользоваться смартфоном или планшетом, как вы привыкли. Вы можете управлять всеми подключенными устройствами с помощью одного пульта. Благодаря специальной кнопке можно получить мгновенный доступ к сервисам предоставления видео по запросу. Для обеспечения реалистичного звучания технология XR Sound Position раскрывает сущность звука, скрытого за изображением. Благодаря высокочастотным динамикам телевизора Bravia XR Full Array LED звук полностью синхронизируется с изображением, обеспечивая эффект полного погружения. Этот телевизор оснащен двумя высокочастотными динамиками, которые используют технологию Acoustic Multi Audio, чтобы точно задать участок, из которого исходит звук, и обеспечить его синхронизацию с действием на экране. Фронтальные динамики и встроенный сабвуфер обеспечат четкий звук и мощные басы, где бы вы ни поставили телевизор. Управление усилителями осуществляется отдельно. Это позволяет точно корректировать распространение звука от динамиков в зонах высоких тонов, улучшая звуковое давление и стабильность, чтобы обеспечить реалистичное звучание. Выходная мощность 50 Вт, по 10 Вт на каждый из четырех динамиков и 10 Вт на сабвуфер. Я проанализировал отзывы и расскажу, какие особенности выделяют пользователи, сначала отрицательные. Отвлекающее мерцание темных сцен. Теперь о положительных моментах. Прямо из коробки идеальная картинка. Лучшая звуковая система из всех телевизоров. Процессор XR. Ссылки на актуальные цены вы найдете в описании к видео. Поделиться своим мнением вы можете в комментариях, а чтобы поддержать канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. До новых встреч!